А взагалі Волога тут наєна і хоч на якійсь глибині. Влага нет. Поле суцільний асфальт. Земля суха. Взагалі не бачила ні дощу, нічого. А взагалі Волога тут наєна і хоч на якійсь глибині. Ярослав, як ви думаєте, влага є тут хоч на якійсь глибині? Влага нет. Посів відбувся, зерно на місці. Отак воно пройшло. Поле суцільний асфальт. Земля суха, взагалі не бачила ні дощу, нічого. Поставили норму 100 кілограм пшениці для брови. От. Можемо бачити. Зернина. Приїхали на інше поле, будемо пробувати по пшениці, бо кукурудзі пішло. Мирослав, ну тут влаги більше, я бачу прямо. Я его питаюсь, а включим воду, пока заворчат 23 потекрёт, я могу наполнить эту почву, если я видно. Я полил эту, тогда полил? Нет, то есть я справа воздуха. А то лима семена? Ты полный? Сейчас и полного, человек? Можно полного, то есть я... Сейчас тука, я вот куда полно. А тут тука, то нема как... Я себя даже сильно не дам, разбираешь? Крути, давайте, покрути. Покрути, да. Включите семена. Я включу вентилятор. Включите вентилятор. Включи вентилятор. Все, окей. Все. Давай, все. Не, Калитуга. Дома. Перекрыли оборота.
На пшеницы не нужно, да. А на кукурузе там бы я добавил. Чули? Надо когда здесь там, а тут вообще идеально. Тут. Стой, колпус, 150. 150-160. На гору 250. Только, Мирослав, я бы еще рекомендовал на одно деление опустить на этом поле очиститель ряда. Он хорошо. Вижу. Я вижу, как они цепляются за землю. Ага, допустим, из пяти колес одно-два цепляется, а я вижу, что чуть-чуть можно добавить, и оно будет лучше разгребать и будет качественнее посев. Он тоже так смотрит. Правильно.